Худеть действительно очень легко. Сделайте свой первый шаг. Именно сегодня, здесь и сейчас я хочу дать вам максимум мотивации и уверенности в том, что вы можете. Даже если вы тысячу раз уже худели и тысячу раз убедились в том, что это ненадолго, это не работает. Вы пытались или вы не пытались. Вы хотите или, может быть, вы думаете, что нужно, но боитесь начать. Продукт NSP работает прекрасно. Если знать, как его применить, результат вам гарантирован. Худеть действительно легко, сделайте свой первый шаг. Никакой воды, никакой теории я вам давать не буду. Ни сейчас, ни, надеюсь, в дальнейшем. Это не нужно. Вы уже здесь, вероятно, вы знаете уже почти все о похудении или не знаете, что совершенно не важно. Важно то, что вы гарантированно избавитесь от лишних килограммов. Я повторяю, вы гарантированно избавитесь от того, что вам мешает, от того, что лишнее вам в вашем весе. Или даже от лишних десятков килограммов. Это точно так. Есть условие единственное, но на сегодняшний день очень важное. Я дам вам три штучки, которые уже проверены, которые точно работают. Сегодня первая из них. Вот это единственное и очень важное условие, которому я прошу вас следовать. Вам нужно просто расслабиться. Релакс. Просто расслабьтесь. Вам нужно хотя бы на время убрать все, что вы знаете. О калориях, о диетах, о калорийности жиров, белков, углеводов, о том, почему хороши сырые грибы и полусырые кальмары. Бросьте. Все отрезать, все убрать. Хотя бы на время прекратите это горе от ума. Прекратите. По той простой причине, что главный тормоз, который нам мешает, это наша борьба с нашим организмом. В нашем теле заложены такие механизмы, которые сохраняют нам жизнь. Когда мы понимаем, что мы дышим, вдох-выдох, или наше сердце сокращается, нам уже много лет, но мы дожили до этого времени, и организм сделал все, чтобы мы дышали, чтобы сердце билось, это не зависит от нашего сознания. Подсознание, спинной мозг, головной мозг, интуиция, рефлексы, да назовите как хотите, можете вообще никак не называть. В нашем организме много защитных механизмов, когда мы просто грабим его, отнимая калории. Начинаем неправильные действия, делаем их регулярно к лету, организм просто защищается. Воевать с ним бесполезно. Мы уже проиграли войну, если мы даже решили ее начать, мы уже проиграли. Если мы ее ведем, мы проиграли вдвойне. Бороться с собой не нужно. Бросьте горе от ума. Расслабьтесь. Вам нужно не считать калории. На первом этапе однозначно прекратите это. Ни в коем случае не отягощать свою совесть съеденным. И не напрягать окружающих людей темой «хочу худеть». Бросьте. Возьмите и бросьте. Вам нужно просто сказать себе «я себя люблю» и направить все ваши усилия на примирение с организмом и его оздоровление. Вы прекратите бунт подсознания, оно не будет бороться с вашими навязчивыми идеями. И похудение будет легким, простым, приятным, не в борьбе вашего подсознания за жизнь с вашими решениями, а в сотрудничестве. Уберите назойливые мысли о похуделках, о калориях, о вредности каких-то продуктов. И все. Помните, как Винни-Пух летел на шарике и разгонял пчел? Ну, я не хочу сказать, плюньте на свои мысли, но где-то так. Пересмотрите еще раз этот мультик и возьмите на вооружение очень действенный способ. Особенно, когда вы используете такие фразы, как «я ненавижу свой жир», «я терпеть не могу свое отражение в зеркале», «мне надоело носить эти лишние килограммы». Все, значит, вы находитесь в фазе борьбы. Прекратите ее. Вам нужно сделать первый шаг. В группе «Жить здорово» просто скачайте два файла. Один из них – «Что добавить для эффективного похудения». Второй называется «Выбирайте свою стратегию оздоровления». Просто скачайте два этих файла или хотя бы этот последний, прочтите и начните использовать. И поверьте, пожалуйста, результаты похудения есть. Их очень много. Выберите любую картинку, которая вам нравится, смотрите на нее и мотивируйтесь. Просто повторяйте себе «Я могу». Я хочу.
Я красивая. Я буду стройнее. Что вы получите, когда вы расслабитесь и просто будете следовать инструкции? Шанс похудеть абсолютно без страданий, без усилий, без мучительных диет и на первом этапе даже без тренировок. Так не бывает, скажете вы. И вы будете правы. Так еще не было, но так уже есть. Продукт NSP действительно прекрасно работает. В файле, в группе, вы получите 3 секретных штучки для быстрой сгонки лишнего веса. Для начала лишней воды и токсинов. Для продолжения усиления таяния жиров. Файл уже доступен. И я хочу сказать вам, что вам достаточно просто поверить в то, что продукт работает, а насилия над организмом не должно быть. И не должно быть войны с собственным сознанием, подсознанием и так далее. Так уже есть. Реальное похудение с минимумом усилий, с любовью к себе и к своему телу, без насилия над психикой и с прибавлением здоровья. Это реально. Это реально. Поверьте в это. Сделайте первый шаг. И напишите, пожалуйста, обязательно пропишите в группе «Жить здорово» свое имя, свой вес и свой рост. Те, что вы имеете на сейчас. Имя, вес и рост. И допишите, на 1 июня я буду весить. Рост, понятно, не изменится. При этом, пожалуйста, будьте реалистами. Жизнь вся еще впереди. Худеть легко и просто можно и к лету, и все лето отдавать лишние килограммы, всю осень и даже всю жизнь. При этом это будет безболезненно. Вы придете к нормальному весу и просто будете его поддерживать. Пожалуйста, выберите в интернете на его просторах любую картинку, которая вас мотивирует. Любую абсолютно. И поверьте в то, что вы можете. И в то, что вы действительно очень красивы, а вы еще будете более здоровым человеком и более стройным. Выбирайте ту цифру минус в килограммах, которую вы считаете подходящей для вас. И фиксируйте эти данные на нашей страничке в Фейсбуке, нашей общей страничке. Если вам нужно похудеть более чем на 10 килограммов, если было уже очень много попыток согнать вес, и нет стойкого результата, и есть еще какой-то букет болячек, не дай бог, конечно, пишите на мой имейл. Пожалуйста, он вам доступен, и я готова вам помогать. Обращаю ваше внимание, что визуальная мотивация работает. Выбирайте любую картинку, на Фейсбуке я их уже разместила несколько. Могу добавить неограниченное количество. Теперь о себе. По какой причине я вообще позволяю себе возглавлять эту группу и куда-то ее вести? Во-первых, в моем лексиконе нет слов «возглавлять» и «руководить». Я просто собираюсь пройти тот же путь, и если вы хотите, пошли вместе. Моя личная история борьбы с лишним весом началась очень давно. Я не рассказывала об этом, но хочу поделиться именно здесь и сейчас, чтобы вы поняли, почему я считаю себя вправе делиться своим опытом и знаниями. Они, к сожалению, многие со знаком минус, крайне негативны. С 10-летнего возраста я борюсь с лишним весом, вернее, он стал накапливаться. Сейчас мне 44, а 8 класс школы я закончила с весом, который был больше моего нормального на 25 килограммов. На 25 кило. Я не могу смотреть на школьные фотографии. Мне крайне неприятно. И сравнивать тогда и сейчас мне тоже неприятно. Я надеюсь, вы понимаете, как себя чувствует ребенок и подросток, который имеет лишний вес. И я, когда помогаю детям, подросткам, комплексующим женщинам, я понимаю то, о чем мы говорим. Я понимаю наши общие темы. Итак, 8 класс я закончила с весом, который был больше моего нормального на 25 килограммов. Это было 88. Сейчас я тоже не худышка, к лету мне мешают жить 5 килограммов. И я не сомневаюсь, что это будет. Я сброшу их легко, просто и спокойно. Так же, как они легко набрались за зиму, они уйдут. Сейчас я прохожу тот же путь, легкий и простой. К снижению избыточного веса, тот же путь, что и вы. Что я знаю? У меня не было выбора профессии. Идти в педагоги было страшно. Понимаете, имея такую нестандартную фигуру, подставляться под насмешки детей не хочется.
Идти в кулинары-кондитеры тоже. После 8 класса могла пойти только в медицинское училище, которое закончила без единой четверки, с блестящей, с красным дипломом. Потом также медицинский университет я закончила. При этом я, учась в университете, я работала. Но это отдельная история. Я могу сказать, что с лишним весом я боролась как могла. С моей бедой мне никто не мог помочь. И я поняла, что или я сама себе помогу, я пойму и смогу, или никто. И специализации в медицине я прошла много, но если специализация неонатолога мне никак не помогала похудеть, то аспирантура по эндокринологии помогла мне очень многое понять в метаболизме, обмене веществ. До нее было все. Причем, подчеркиваю, в раннем возрасте, в подростковом. Сухие голодовки, мокрые, все модные диеты, я пробовала все. Я прошла через все, даже ситуацию, когда голодаешь, а вес не снижается. Я знаю, куда ведут вот эти неконструктивные действия по управлению своим весом. Теория и практика похудения лично у меня это 34 года. Ведь 10 лет и до сих пор упорно противостояние избыточному жиру. Сегодня его 5 лишних килограммов. Сейчас мне мешает только 5 кило. С раннего детства было 25. Понимаете, в чем вопрос? И если в 14-15 лет мешает так много, и пытаешься это скинуть всеми возможными методами, наверное, приходит понимание, чего не нужно делать в первую очередь и что нужно. Рыжий понимает рыжего. Я знаю очень многое об ощущениях тех, кто пытается похудеть в 1000 первый раз, потому что 1000 попыток была неудачной. Но я знаю еще то, что продукт NSP и только он очень результативен, успешен, его нужно правильно применить. С каждой диетой сгонять лишний жир было все сложнее, и разобраться лично мне, что эффективно работает. После многочисленных попыток похудеть было очень нелегко. Главный вывод, которым я делюсь с вами сегодня и сейчас, главная фишка – не бороться с собой. Не бороться с подсознанием, потому что, начиная эту борьбу, мы уже проиграли. Нужно сотрудничать со всеми заложенными в нас инстинктами, рефлексами, подсознательными механизмами сохранения жизни и управлять ими, любя себя и оберегая свою жизнь. Тогда вы точно не попадете в ловушки анорексии и булимии. Вы не останетесь инвалидом после очередной модной диеты. Вы станете здоровее, моложе, увереннее в себе. Я жду ваши сообщения в нашей худеющей группе. И если нужна моя помощь, то письма. С огромной уверенностью в нашем общем успехе. По-прежнему ваша Ольга Шершун.